Здравствуйте, Серафим Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас. Здравствуйте. Я тоже. Да, как поживаете? Да вы знаете, так ничего. Как все общество, как все люди Республики Молдова, жители Кишинева. Серафим Александрович, вы вновь в центре внимания. Интригуете вы журналистов? Вот просматривала ленту, да, новостей перед тем, как встретиться с вами. И смотрю, что вы вновь в топе, ваши высказывания. Я их не интригую. Следят за вашей карьерой. Они задают мне вопросы, они следят. Спасибо. Я им отвечаю, при том отвечаю всегда честно, как оно есть, без никаких вариантов. Не, ну следят за вашей карьерой, говорят, вот заканчивается, значит, срок полномочий председателя счетной палаты, что будет дальше. И тут начинается самое интересное. Я хотела бы сегодня узнать, чего хотите вы на самом деле. Я хочу, чтобы, наконец, родилась национальная идея, которая объединила бы все силы вот, и так называемых левых и правых, потому что мы всех их знаем, особенно я. Вот, и теперь непонятно, кто левый, кто правый. И как мне говорил вот, министр иностранных дел Российской Федерации Лавров, кстати, я с ним в очень хороших отношениях был и, наверное, есть, он говорил: Серафим Александрович, не проводите вы пророссийскую политику или какую другую, какая вас интересует, вы проводите промолдавскую хотя бы политику. Ну, как европейцы сказал, позвольте, я за вами поухаживаю. Да, спасибо. Думайте за свою страну. Вот я и это постараюсь делать, при том, где я работал, всегда работал честно, со мной оставались очень неплохие результаты. И в Бричанах, кто хочет, может проводить исследования. И в Аненах, и в мэрии 11 лет, и в профсоюзах. И вот сейчас в счетной палате я хочу сказать, что я, если придется уходить из счетной палаты, допустим, когда истекает срок, потому что не исключено, что Урикяна еще будет востребован там. А что, врут те, кто говорят, что по возрасту вы больше не можете претендовать на новый срок? Я думаю, что как вот обстоит дело? Не совсем так. Да, по возрасту, да. Но речь идет о том, когда тебя назначают вот сразу. Вот когда, скажем, назначили председателем счетной палаты. А у меня ситуация несколько другая, потому что я уже, как говорится, работаю. Ну да. Работаю почти 5 лет. Речь идет о продлении, скажем, срока полномочий еще на определенный срок. Так что тут могут быть варианты. Все зависит от того, нужен ли в стране, вот, скажем, такой независимый. Да, я ничуть не перегибаю. Руководитель, который честно выполняет свои обязательства конституционные, вот, возложенные парламентом на него, и делаю все возможное для того, чтобы после себя оставить вот этот институт парламентский, вот как счетная палата, как сказать, тот, кто стоит на страже вот, государственных ресурсов, чтобы он был и в дальнейшем честный, справедливый, не под влиянием какой-либо партии. Я вам говорил и вот в прошлые разы, когда мы встречались, что вот скоро 5 лет, и ни одного заказа никто не посмел
хотя бы позвонить, хотя бы что-нибудь вот потребовать, пожелать и так далее. Вы практически, наверное, единственный чиновник, потому что все люди, которые сидели вот здесь в этой программе на вашем месте, говорили, что да, попытки были, звонили, просили. Думаю, что многие хотят честно и порядочно набивать себе цену иногда, хотят, что вот, мол, я такой. Ага. Пробовали, но я не поддался или не поддалась. Вы знаете, не всегда это так. И я сказал, что никто не попробовал. Да и я думаю, что из тех, которые сегодня во власти, никто бы и не особенно посмел, потому что многих я привел туда, в эту власть, на выборах, начиная с 5-й год, 9-й год, 10-й и так далее, и так далее, и так далее. Если я правильно понимаю, то вы, в принципе, не оставили идею руководства Счетной палаты и на следующий год, так? Да. Во-первых, мы... Даже вопреки тому, что говорят, что вот по возрастному цензу не проходите. Ну, я не знаю, если по возрастному цензу я могу с любым, вот, который у нас же сегодня ставка на... Дурак, но наш, молодой, без понятия, но чтобы он был молодой, главное, чтобы он проходил через Сорбонну на месячные курсы и так далее. Нет, я на эту ставку не делаю, я делаю ставку на то, прописано в законе это или не прописано. Значит, вот это прописано все в законе, но я вам объяснил, что когда речь идет о продлении срока, еще, скажем, на 5 лет. Угу. Или мы в соответствии с нашими обязательствами по вступлению в Европейский Союз, мы должны проводить реформу счетной палаты. Мы должны переходить на национальный офис по внешнему аудиту в Республике Молдова. И счетная палата может, если мы выполним свои обязательства, перед, вот, которые мы себе, на себя вот, взяли, угу, то должна быть проведена реформа. Мы уже, так сказать, проект закона выдвинули в парламент, и должен быть генеральный аудитор и два заместителя генерального аудитора. Это англосаксонская форма управления вот, органами финансового контроля. И если наш парламент примет это решение, то нецелесообразно сегодня, скажем, в июле, в августе, когда заканчивается срок нынешних членов Пленума Счетной палаты, менять на других, потом принять закон, потом отработают там год-два, до свидания, и перейдут на новую форму. Ну, у нас вообще, знаете, принято продлевать полномочия. Вот смотрите, у ЦИКа 11 февраля истекли полномочия, ну вот они все работают, им еще продлили. И посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ну, я хочу сказать, что до меня отработали плюс 3 года после того, как истек срок. Но дело не только в этом. Я себе, как говорится, думаю и другие варианты. Вот. Здесь перехватываю у вас инициативу, если позволите. Пожалуйста. И поговорим о других вариантах. Тем более, что на самом деле вот был вброс в средства массовой информации, и значит, тема есть. Ну, давайте так вот. Что говорят о вас? Первое. Говорят, Серафим Урикян может баллотироваться на пост председателя ЛДПМ. Может? Я думаю, что... Если меня оставят в покое работать тут, то я не буду искать варианты. А если нет, то я спрашиваю себя, а почему бы нет? Потому что Молдова Ностра, мы объединились с Либерал-демократической партией.
Потом Урикяну пришел бы не тогда, скажем, в либерал-демократическую партию, когда она вот на подъеме. Я всегда приходил как вот спасатель вот, в городе. Кризисный менеджер такой. Вот, кризисный, да. Так было в профсоюзах. Нет, так было в Новых Аненах, куда меня направили, потому что это... Мне тогда и секретарь ЦК говорил: Серафим Александрович, надо, чтобы вы там пошли и отработали вот эти 3 года, мы вам даем 3 года, потому что люди должны поверить, что есть советская власть. Хотя меня отозвали из Ленинграда на предмет избрания первым секретарем Тираспольского горкома партии еще в декабре 1984 года. Потом, когда профсоюзы был полный разброд и шатание, вот меня избрали председателем Федерации профсоюзов, объединил всех. Вот когда в городе было уже дальше некуда, и в стране дальше некуда, то тогда и президент Снегур вот пригласил и сказал, что другого нет. Тебя люди слушают, тебя люди уважают, а так мы на грани, как он мне сказал, социального взрыва, который Бог его знает, чем закончится. И я 11 лет уже отработал так, что мы в некоторые годы уже кормили, как говорится, да простят меня вот за это выражение, всю страну. Я принял тогда город, который давал в общий сбор налогов по стране 24%, а сдал его 84% из всего, что накапливали. Поэтому и тут тоже, если найдут нужно, я напрашиваться не буду, спекулировать не буду, интриговать никого не буду, но... Я знаю, как создавать, как управлять, вот при том вполне ответственность. И не почему тогда съели, скажем так, Молдова Настра? Потому что это была партия для народа. Это не была партия для Урикяна или для других, или там для определенной кучки людей. Мы имели, Людмила, после 2007 года, выборов 2007 года, из 32 председателей районов, 15 были наши. 9 заместителей, 250 мэров, 2500 советников. Но меня съели мои же друзья, коллеги. Вы сейчас кого имеете в виду? Я дойду до куда, кого имею в виду. Тех, которые Урикяну вот тоже своими, скажем, откровенностью, честностью, напористостью, направленной для людей. Вот. Мы создали первый альянс за европейскую интеграцию. И потом начали, но... Недостаток, который у меня был тот, что у меня не было денег, но воровать меня не научили. Вот, и я рисковать не хотел и не буду, и ни к чему это. И они начали, мои друзья, покупать моих лидеров в территориях. У них были деньги, все. И я взял балладу Миорица, есть такая баллада, когда... Я вот, в курсе. В курсе, да. И, ну и главное, чтобы телезрители были в курсе. И написал всем, вот, господин Гимпу, потом господин Филат, господин Лупу, для обдумывания. И написал внизу, кто следующий, и расписался. Потому что я был первым вице-спикером парламента, но я уже чувствовал, что они меня съели. Ну, следующие, как вы видите, есть. Теперь, кто следующий за этим, за Филатом?
Надо подумать, надо посмотреть. Но я вот здесь вас прерываю и предлагаю все-таки построить нашу беседу несколько иначе. Я понимаю, что мы можем с вами говорить, и это будет даже интересно, да? Вот вы будете вспоминать какие-то детали. Но я предлагаю все-таки сосредоточиться на тех моментах, которые волнуют сегодня всех. Как хорошо? Скажете. Договорились. Мы с вами заговорили об ЛДПМ, и вы не исключили эту идею. Не вы сказали, да, вы сказали, почему бы нет. Насколько я себе эту ситуацию обрисовываю правильно, выходит так, что первое, чем вам придется заняться в таком случае, это выяснить, не знаю, ошибки, провалы прежнего руководства. Потому что, потому что именно из-за них вот сейчас эта партия, ну, не хочу сказать, катится вниз, но рейтинг ее катастрофически падает. Вот в чем вы видите главные ошибки прежнего руководства, главные провалы? Ну, провалы начались не сегодня. Так. Они начались сразу после объединения вот этих двух партий, потому что я думал, что это пройдет в честной манере. Угу. Вот как я привык со всеми работать, думал, что такое отношение будет и к этому делу. Но во всех территориях наши лидеры, вот, которые сыграли определенную роль в объединении, и наши члены партии были проигнорированы, то есть отдалены от формирования местных органов публичной администрации и так далее, и так далее. Это первый. Потом были очень серьезные пробелы в работе господина Филата. Так. Потому что надо людей объединять, надо их приближать, а не отдалять. В партии менеджмент, в партии это не руководить предприятием, СРЛ, министерством, ведомством и так далее. Партии нужен совершенно другой подход. А он, получается, отдалял этих людей? Да, он отдалял очень многие. Я его по ходу, я уверен, что он не даст соврать, вот по ходу я его предупреждал, за год предупреждал, что вот этот в конце концов окажется там, вот этот окажется туда и так далее. Он меня не слушал, хотя уже когда он понял, что я был прав, он говорит: а откуда ты знал? Ну откуда? Надо работать. Знал. Я вот вас слушаю и пытаюсь получить ответ вот на какой вопрос. Вот сейчас понятно, да, что Филат находится в следственном изоляторе, да, есть уголовное дело. А вот вы как на сегодняшний день считаете вот доля и степень его вины в тех обвинениях, которые ему предъявляют? Я сейчас говорю о краже миллиарда и другие дела, которые вот, собственно, ну, по которым он, вы знаете, сейчас проходит, как говорят. Я уже говорил в медийных ресурсах о том, что я человек, имеющий больше прав вот ставить под сомнение вот эти обвинения и Филата, и Плохотнюка вот о том, что коптированное государство или потому что не совсем это так. И когда меня таскали по судам вот без вины виноватой по вот этому уголовному делу. Да, что-то со машинами скорой помощи. Да, помню, по машинам скорой помощи. Посмотрим, после Урикяну, вот, который купил в 97-м, в 2003-м, и больше ни черта не купили до сегодняшнего дня. Да, и не купят, потому что мозгов нет. Вот, других машин скорой помощи. Да, я хочу сказать, что 50 раз я был в суде. Кстати, это уголовное дело началось в счетной палате. Счетная палата – это был механизм достаточно интересный. Это была дубинка в руках тех, которые тогда управляли государством, чтобы не назвать имена. Сейчас это невозможно. Сейчас там работают другие люди, люди подготовленные,
в духе вот международных стандартов, которые в основу вот их подготовки. Я хочу сказать, что вот только в прошлом году Мировой банк, это мы, счетная палата, руководство счетной палаты, сделало все возможное, чтобы привести эти институты с мировым именем. Потратили на их подготовку где-то 44 миллиона лей. Это внешних денег. 1 миллион долларов Мировой банк. И другой, это программа «Тюнинг», это испанцы и финны, которые, вот, и шведы, которые интенсивно занимались вот переподготовкой наших аудиторов. И за эти 5 лет они закончили другую академию, современную. И наши аудиторы, это современные аудиторы на уровне международного. Вот если вернуть, мы говорили просто о Филате, вы опять перешли на счетную палату, я возвращаю вас к этой теме. И если правильно поняла ваш ответ, то он заключается в том, что вы предлагаете дождаться суда и посмотреть, так? Нет, или давайте... как? Вот вы ответите все-таки на мой вопрос. Я хочу сказать, что вы меня спросили, считаю ли я его виновным. Да. А в партии это сегодня самый популярный вопрос. Вы знаете об этом? В партии, угу. Да, чтобы мы вот закончили с партией и так далее. Я не навязываюсь, я не напрашиваюсь. Но если мне будет предложено, я буду работать честно и добросовестно, денно и ношно. Меня знает вся страна, люди, так что я смогу привести свежую волну и знаете, как людей. Знаете, как ваш ответ звучит так? Вот если меня попросят, то я скажу «да». А вообще, насколько я знаю, лидерство – это вещь такая, понимаете? Человек должен вначале сказать так «да, я хочу». Поясню. «Да, я хочу». Почему я так говорю? Потому что я знаю, что хотят и другие люди. Например, в прессе появились фамилия Полихович, Кирилл Лучинский, да? То есть понятно, что вам придется конкурировать именно с этими людьми. Значит, вы для себя первонаперво должны определить, хотите вы или не хотите. Совершенно верно. Я знаю о том, что есть люди достойные. Так. Как они решат, вот большинство съезд, так оно и будет. Но я говорю о том, что я бы не отказался сегодня, я пока... вот задействован в структуре, которая не позволяет быть членом какой-либо партии, но время покажет. И я не могу сам себя вот навязывать. Придет время, я скажу, да, нет, буду или не буду. А хотели бы поговорить, если бы у вас была возможность с господином Филатом на эту тему? Вот вам важно его мнение? Вот все-таки а он... почему нет? Так поэтому я спрашиваю, вы конечно, бы хотели? Конечно. А вот если бы он сказал, что все-таки он не вас видит в качестве лидера? Но или наоборот? Я знаю его отношение ко мне, я понимаю, что навряд ли бы он хотел, чтобы Урикяну возглавил эту партию. Но я хочу сказать другое в контексте вот с Филатом. Так? Угу. Меня просто удивляет вот те люди, которых он поддерживал, выращивал и так далее. Потому что есть идеальный вариант сегодня, вот когда начнутся эти подвижки по выдвижению кандидатов в президенты, я думаю, что они запросто, пока у него нет вердикта суда, Филата можно выдвинуть в кандидатом в президенты. Что оно будет, это другой вопрос. Но я не исключаю такие варианты сюрпризные, что, например, если бы я был в партии, если бы я был фактор дедичизии в этой партии, естественно, я бы этот шанс не упустил. Посмотрите на Шора. Вот трюк, который сделал Шор. Я его не хвалю, чтобы не думали, что вот Урикяна нашел пример.
Не знаю, вы не лукавите сейчас, Серафим Александрович. Мне кажется, вы не можете не понимать, что в деле Филата и его выдвижения на пост президента большую роль будет играть еще и фактор времени. Ну вот смотрите, если господин Филат завтра заявит, что я хочу, да, баллотироваться на этот пост, вот многие убеждены, что решение суда по его делу будет принято очень-очень быстро. И тогда он перейдет в другую категорию. Я в этом более чем убежден. Ну вот видите, тогда потому что разговор не очень предметный. Потому что я смотрю, как вот интенсивно проводится заседание суда каждый день. Но я говорю, что есть и такая возможность. Ну хорошо, вот понятно, вы уверены, что господин Филат не одобрил бы вашу кандидатуру, но оставим это в стороне. Я говорю, возможно бы не одобрил в этой ситуации. То есть вы все-таки немного сомневаетесь? Ну да. Да. Сейчас я ваши сомнения буду немного усиливать, потому что, вот смотрите, ЛДПМ, когда называем, да, ЛДПМ, мы подразумеваем евроинтеграцию. А когда мы говорим евроинтеграция, то подразумеваем ЛДПМ, знаете, потому что именно эта партия всегда во всех кампаниях позиционировала себя как главный, да, адепт этой идеи. Насколько я знаю, Серафима Урикяна политика, он всегда был более таких умеренных взглядов. Он всегда говорил, что да, Европа это хорошо, но все-таки надо поворачивать голову в сторону России. Как вы намереваетесь руководить партией, если вам все-таки представится случай, когда подавляющее большинство членов этой партии, они о другом все-таки мечтают? Вот это как раз и есть болезнь нашего политического класса. Обозначили эту ситуацию. Почему? Потому что так разделено общество, к сожалению. Mm-hmm. И в партии меняются и доктрины, меняются и программы. Так что же не идет слепо, вот, что будем следовать тем или... Но когда мы говорим о том, что вот то, что болезнь нашего общества, что я говорю, вот ты с немцами, uh-huh. а ты с русскими. Uh-huh. А кто с молдавским народом? Так вот я тот человек, который был бы с молдавским народом. И когда я вначале говорил о национальной объединяющей идее, вот, которая бы консолидировала общество и левых, и правых, потому что эту ситуацию, которую мы имеем, она разоряет страну. Она разгоняет людей из этой страны. Страна, которая имеет хороший потенциал. И мы можем стать нормальной страной, нормально управляемой страной. Но для этого не обязательно объявлять войну друг друга, потому что поймите, что ситуация становится изо дня в день все трагичнее и трагичнее. Вот эти настолько электризованы, вот эти левые и эти правые, что я не исключаю, что начнут копать окопы в Кишиневе и в стране. То, что боялись в 2009 году, европейские структуры. И я был и в Европарламенте тогда выступал, и так далее. И как раз они были за то, чтобы найти консолидирующую идею. И, конечно, все партии имеют право на свою доктрину, на свою программу и так далее. Но это должно быть делаться культурно. То есть я поняла, вы будете культурно с ними общаться и убеждать, что необходимо поменять некоторые программные моменты. Хорошо. Теперь версия прессы вторая. Урикян будет баллотироваться на пост президента на этих выборах. Именно от ЛДПМ. Что правда? Значит, я тоже читал. Со мной никто не говорил на эту тему. Я это узнал из печати. Угу. И почему именно от ЛДПМ? А я отвечу вам, почему о вас написали.
И почему от ЛДПР мы порассуждаем вместе? Ну, потому что, Серафим Александрович, вы столько раз говорили, что я буду президентом, что это плотно засело в мозгу у каждого журналиста. Так вы даже говорили, что это неизбежно. Я помню даже вашу эту фразу. Значит, понимаете? И вот... Людмила, не обязательно от ЛДПР. И если я почувствую, что вот народ этого хочет, то можно, как было по закону, собрать необходимое количество подписей и быть независимым кандидатом. Потому что я всегда был независимым. Мэром был и в 99-м независимым, и в 2003-м независимым кандидатом баллотировался и так далее. И сейчас, в прошлом году, тоже выдвинул на ЛДПМ, но я не был членом партии, я был независимый. Значит, вы сделали исключение из своего правила. Вот в прошлый раз вы говорили то же самое, когда вы шли на пост мэра, что говорите, собственно, и сейчас. Вы сказали, вот народ меня попросит, и я буду баллотироваться на пост примара Кишинева. Теперь вы говорите, народ меня попросит, и я буду баллотироваться на пост президента. Нет, народ не меня попросит. Я кто должен? Сам приму решение в соответствии с приближенными людьми, которые захотят работать в команде. Ну хорошо, на пост... И если утром написали о том, что кандидатом от ЛДПМ, это еще не поставлено печать. Нет, не поставлено. Вот, так. И я имею, если дойдет до того, чтобы баллотироваться, то я могу быть независимым кандидатом, собрать эти подписи и никаких проблем. Хорошо, а ваш пыл не охладил ваш проигрыш на выборах генерального примара? Вы тогда были уверены в своих силах, но результат явно вас разочаровал. Значит, это был не проигрыш, это было запланировано. Я был уверен в том, что я не думал, что я буду иметь такой низкий, скажем, процент. Да. Но я был уверен, что это не пройдет, потому что ситуация в стране настолько электризирована, политизирована общество, что его не интересует. Вот горожанина не интересует сегодня ситуация в городе, бардак в городе, вот то, что творится. Его интересует, ты с русскими или ты с немцами. И я был уверен, что это так закончится. Но меня попросил вот Влад Филат, что некого, боятся люди и так далее. И я сказал вперед. И я отработал честно. Все эти встречи, вся выборная кампания, сделал все, что надо. Хотя я был уверен, чем она закончится. Поэтому по вопросам возглавить ЛДПМ. Я говорю, что я бы, может быть, и не против, но мы ни с кем не говорили. Я не могу сегодня заявить, что давайте проголосуем. Или, скажем, по выдвижению от ЛДПМ кандидата. Я не трус, чтобы рейтинги и так далее. Давайте повысим рейтинг, если мы хотим в этой стране стабильности, уверенности, как говорится, в завтрашний день и так далее. А если в конце концов это не пойдет, не получится, не будет предложено, потому что на коленях не станешь, то соберем необходимое количество подписей и пойдем. То есть, если я правильно вас сейчас понимаю, расшифровываю, Серафим Урикян будет участвовать в выборах президента, но он пока не знает, или независимым, Давайте обозначим. Скорее всего, будет. То есть, с такой формулировкой. Да. А как вы думаете, каким бы вы стали президентом? Очень хорошим. Ну, это не профессия. Знаете, как хороший человек. Вы знаете, тем более в отношении президента. Будущий президент страны должен быть без политических амбиций. Он должен быть президентом народа, чтобы у него болело за каждого человека. Вот душа, чтобы болела за каждого человека,
чтобы это не играющий политик всего вот так вот, а который будет работать в рамках четко Конституции Республики Молдова. Это будет президент, который будет делать все для того, чтобы все политические силы работали консолидированно на страну, вот, и чтобы вот, культивировать у наших молдаван, я имею в виду всех жителей Республики Молдова, любовь и уважение к своей стране, а не то, что культивируется вот сегодня в стране, когда слышишь, а, это большие руководители, а что это страна, а вот давайте объединимся с теми, давайте объединимся с теми. И люди деморализованы и, к сожалению, уезжают за рубежом, имея вот такое хорошее пространство для жития. Вот я объехал, скажем, почти весь ближневосточный мир. Вот Марокко, Тунис, Алжир, Иордания, Ливия, Ливан, Сирия и так далее, и так далее. Веришь, не веришь, было. И разве можно сравнить условия жизни вот у нас, наши земли и так далее, с этим песком? Я понимаю одно, что когда говорят, что Молдова захваченное государство, и говорят об этом не только наши оппозиционные лидеры, но это признали европейцы, да, самые высокие трибуны. Я понимаю, что на самом деле сегодня существует конфликт не только между властью и оппозицией. Да? Я понимаю, что общество само, как показывают опросы, недовольно властью. Потому что, вы знаете, 9 человек из 10 у нас уже практически говорит, что ему не нравится то, куда идет страна. Про захваченное государство. Вот знаете, если вы вот вдруг станете президентом, вам придется работать в этих условиях, в тех, какие они есть. И здесь что? У вас невелик будет выбор. То ли необходимо будет войти в эту группу захвата, да, то ли объявить ей войну. Нет. Нет. А как вы будете делать? Буду делать очень просто. Есть мнение народа, вот который, людей, которые отдадут свои голоса. Угу. И нужно работать с народом в интересах народа, в интересах вот этой объединяющей идеи и сделать все для того, чтобы разгрузить страну вот этого негатива, вот, который культивируется тут, к сожалению, годами. О чем мы говорим? Захваченное государство. Кем? Ну, говорят, олигархами. Нет? А скажите мне, пожалуйста, вот с 2000 года, 2001 года до 2009, это было захваченное государство или нет? Когда был великий император, вот Сигизмунд II, и значит, дальше, у него было 73 голоса в парламенте, у него было захваченное правительство, не захваченное правительство, это такая прослойка вот подхалимов, на которых он сел и сидел, вот. Значит, прокуратура, что не его, если он давал указания, а возбудить уголовное дело Орикяна, посадить. И те бедные старались. А когда, а суды не его, когда я выиграл суд по этой глупой, подожди, я закончу. Я про суд слышала. Я хочу спросить, то есть вы считаете, что государство захватит Мондо? Я хочу закончить мысль. То есть вы считаете, что государство когда было, Серафим Александрович, было захвачено и тогда, и сейчас? Вы к этому говорите? К этому. Значит, ну вы признаете, что и сейчас тоже? Нет. Подождите, я закончу мысль. Значит, когда он, я выиграл все суды, первая инстанция, апелляционную палату, Верховный суд, Пленум Верховного Суда и так далее. И когда ему доложили, что он выиграл,
Он сказал, да пошел он, остановлюсь тут, начните сначала. И начали опять с первой инстанции. Это судебные инстанции страны. Это захваченное государство или нет? Так что тут мы, если мы, молдаване, вот все, очень, очень легко поддаемся вот этим нюансам, плаксы настоящие, нюни распускаем. Я поняла. Ну, понимаете как, если вы признаете сам факт того, что было государство захвачено и тогда, оно не отметает того факта, что оно захвачено сегодня. Я не говорю, что сегодня... Почему вы так упорно хотите этот факт не принять? Нет, вы на стороне власти? Я не на стороне власти. А на чьей вы стороне? Только не говорите на стороне народа, потому что народ, знаете, это такое же понятие обширное, как, знаете, как небо. Как начинается, знаете, все-таки и под давлением европейских структур, угу, принят закон о прокуратуре. Скоро вот, определенные подвижки есть по реформированию судебной системы. Вот, то есть, нравится нам или не нравится, но Конституционный суд вытащил табуретку из-под ног этих горлопанов, которые налево и направо право кричат, то есть строят свою политику на референдуме или на черт его знает чем. Вот другой вопрос. Конституционно или не конституционно? Я не задаю вам этот вопрос. Так я сам ставлю вот вопрос. Конституционно или нет, это другой вопрос. Но уже принято это решение Конституционного суда, и видите, наступил определенная ситуация стабильности. Поставлю вопрос очень прямо. Вот если бы сегодня Серафим Александрович был депутатом парламента, вы вошли бы в правящую коалицию или пошли бы в оппозицию? Людмила, а на скольких передачах с вами единственный дурак в этой стране, я извиняюсь, Гурикян, вот который говорил о необходимости создания широкой коалиции в парламенте? Вот, чтоб туда, потому что и правые, и левые – это граждане Республики Молдова, несущих ответственность за будущее этой страны. Когда это Урикян говорил, он был умный, потому что он говорил так, что как он хочет, чтобы ситуация развивалась. А я спрашиваю у Урикяна, как бы это было сегодня. Вот есть у нас коалиция, вы знаете, из кого она состоит, из депутатов каких фракций. Вы бы вошли в правящую коалицию или пошли бы в оппозицию? Очень простой вопрос, да или нет? Ну, не надо так же доску ставить. Как, Сергей Александрович? Значит, я вспоминаю анекдот один, когда говорят, знаете, нельзя быть немножко беременной. Либо ты беременная, либо нет. Так я говорю, либо ты в коалиции, либо это нет. Это наша формула. Я был бы, наверное, в тех структурах, которые решают вопросы для продвижения вперед Республики Молдова. И сколько я был, тяжело, понимаю, но сколько я был бы в парламенте, вот, и в 1990-1994 год, так я был один из тех, я был лидером независимых депутатов. И мы начали движение за досрочное сложение депутатских полномочий. И мы ушли на год раньше. В прошлом парламенте. Вот когда, я был лидером оппозиции с 2005 года по 2009 год, потому что доблестные рыцари, которые сегодня рвут на себя вот тельняшки, то предали Урикяну, который привел в парламент 3-4 мандата, и предали те, которые по, как вы говорите, в коалиции или в... Не, мне просто интересен ваш выбор. Потому что, когда социал-либеральная партия, которая крестился, что не будет голосовать за Воронина, втихаря ночью пошел, договорился и... Я сейчас не хочу говорить о социал-либеральной партии. Я хочу пояснить вам, почему я так настаивала на том, чтобы настаивала.
уже не настаиваю, на том, чтобы вы четко определились, да? Потому что, вот смотрите, человек, претендующий на президентский пост, должен понимать для себя одну простую вещь, что он либо с парламентом конструктивно сотрудничает, либо он с ним воюет. То есть если вы себя видите в роли оппозиционного президента, то это одна ситуация. А если вы себя не видите в роли оппозиционного президента, то тогда, получается, вы будете с парламентом, то есть с правящей коалицией, продвигать вместе идеи, лозунги и принципы. Мы бы сделали все возможное для того, чтобы объединить все ресурсы партии на продвижение страны по тому курсу, который был проголосован еще в 2005 году, когда было... То есть вы про евроинтеграцию сейчас? Да, был. То есть все-таки, секундочку, для продвижения страны по пути евроинтеграции. Совершенно верно. А почему нет? Нет, просто до сих пор, насколько мы с вами друг друга поняли правильно, я поняла, что вы все-таки на этом не будете зацикливаться. Нет, вы говорили, что вы... Зацикливаться, конечно, не будет. Угу. Президент будущий не будет зацикливаться на этом. Но мы не должны забывать, что у нас большие интересы есть на Востоке, что мы в определенной степени не только... очень зависимы в экономическом плане, но не на коленях идти перед кем-то. Угу. Потому что когда они создали Славянский Союз, нас выбросили через забор, и никто и не спросил. А когда был референдум, и тогда больше 50% молдаван проголосовали за сохранение Советского Союза, извините, нас никто не послушал. Поэтому мы имеем стратегических партнеров, и я бы сделал все. А кто сейчас у вас стратегический партнер? У кого? Ну вот вы говорите, мы имеем стратегического партнера. Я имею в виду Республику Молдова. Так. И у Республики Молдовы кто стратегический? Вы слышите, наверное... Нет, я пытаюсь понять, что вы говорите, когда мы имеем стратегического партнера. Вы кого имеете сейчас в виду? Мы имеем... Вот за европейскую интеграцию мы стратегического партнера имеем и Соединенные Штаты, и Российскую Федерацию. Нет, Российскую Федерацию не имеем. Ну да, согласна. Конечно. Ну, вы не читали программу правительства. Я понимаю, что она быстро была представлена. Какая программа? Правительство нынешнего. Я понимаю, вы ее не читали. Эту программу не читал. Да, но вот если бы даже читал, у меня есть свое мнение. Это другое дело. И вы имеете, безусловно, на него право. То есть, давайте так уточним, будет очень важно. С парламентом воевать не намерены? Абсолютно. Абсолютно. То есть, конструктивный президент? Абсолютно. Хорошо. Когда вас спросили в очередной раз, будете ли вы баллотироваться, вы совершенно потрясающе ответили. Мне очень понравилось. Можно я зачитаю? Да, да. Вы сказали так. Почему нет? Меня интересует, почему нет? Что у Рикяна нос больше или уши длиннее? Или думаете, что у меня недостаточно твердый характер? Я не отказался от этой идеи. Наступит время, когда я им стану. Вот получается, что вы себя рисуете как человека с твердым характером. Правильно. А почему вы считаете, что у вас твердый характер? Вы не уступаете, интересно, когда перед вами трудности или в чем он выражается? Я никогда не отступал. Вот перед трудностями. Так. Да. Всю почему-то вот всю жизнь меня вот этот рок преследовал. Все мои неприятности начались еще 22 декабря 1980 года. Не знаю, что за дата. Я скажу, что это за дата. Так. Когда избрали Семена Кузьмича Гроссу. Угу. Первым-вторым Бодил уехал в Москву. Я был на пленуме. Я был всего 13 дней, был вторым секретарем Брянского райкома партии. У нас был очень хитрый первый секретарь. Он меня туда всунул. После пленума сразу секретарь ЦК по сельскому хозяйству, не хочу назвать фамилию, вызвал секретарей райкома из севера Молдовы и сказал: «Серафим, ты 1500 тонн молока и 1500 тонн мяса». Это я должен был приписать. Угу. Потому что
Иван Иванович должен получить звезду. Вот, я поехал домой, и я был вынужден спать в машине, вот второй секретарь, на полях где-то, потому что за мной гонялись, был такой штаб, в Совмине был Степанов и Зазимко, которые занимались вот этими выдавливанием этого мяса и молока. И я сказал нет. И на меня кричали тогда сопляк и как что хочешь. Но в итоговом документе Госпартконтроля ЦК КПСС было написано, что не поддались на давление как это, пресловутой комиссии. Вот. Значит, первый секретарь Когульского райкома партии Подоляк, который 13 лет работал в этой должности, и я 13 дней. И вот с тех пор меня всегда вот давили. Поняла. Значит, вы говорите, что у вас твердый характер. Тогда последний вопрос. Вот смотрите, мы сейчас чем с вами тут, собственно говоря, занимались? Я спросила, какие у вас планы карьерные, да, мы говорили о том, что возможен один вариант, второй вариант. Вы говорите, что хотели бы даже остаться в роли председателя счетной палаты. А вот, я не знаю, если вот не получится, да, вот будет другой председатель, вы готовы пойти простым членом партии в ту же ЛДПР? Это вопрос будем решать по ходу. То есть пока вы не готовы? Пока я не готов. Я не готов ответить по членству в ЛДПМ. Я не готов ответить по возглавить. Я не готов ответить по кому, какому пути, скажем, буду участвовать в президентских выборах. Если я вам сказал, что я в поисках. И не могу я, это же было бы глупо, если бы я сказал, вот люди работают в этой партии, месяц грязь и так далее, а я скажу, вот ребята, я пришел вас возглавлять, или выдвигайте меня туда или туда. Захотят, мы же все-таки ягоды одного поля в определенной степени, потому что мы объединились когда-то, вот у меня истекает срок годности. Вы уж совсем так жестко сейчас к себе. Так что, как говорится, время поиска и принятия серьезных решений. Я благодарю вас за эту беседу и скажу, что для себя поняла одно. Сколько человек лет не делает свою карьеру, все равно у него в любом возрасте может наступить тот момент, когда он будет находиться в поиске важнейших для себя судьбоносных решений. Тем жизни интересно. Тот не солдат, который не хочет стать генералом. Да. Я как полковник, мне осталось еще одна ступень до генерала. Я желаю вам удачи в исполнении всех ваших планов. Я не знаю, какой вы для себя путь выберете, но поскольку вы сказали, что характер у вас твердый, значит, вы должны быть уверены в успехе. Нордически выдержанный. Спасибо вам за беседу. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.